Сегодня на открытии Петербургского международного форума здоровья прошел мастер-класс по работе с операционным бельем с использованием вот такого необычного пациента – Сюзи. Ведь недаром существует старая педагогическая поговорка «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню». Впервые в Петербурге на мастер-классе Ассоциация медицинских сестер наглядно продемонстрировала работу в операционной. То, что раньше было скрыто от глаз пациентов, сегодня предстало перед широкой аудиторией, подробно описывая бесценную работу главного помощника врача. Медицинская сестра несет огромную нагрузку на себе. Если мы возьмем хирургию, травматологию, урологию, кардиологию, сестринский уход, да, то все лежит на плечах медицинской сестры. Никто не говорит, что без врача это все делается. Нет. Это работа команды. С одной стороны, операционные медсестры – это элита сестринского дела. Это люди, о чьей работе догадываются многие. Да? С другой стороны, это бойцы невидимого фронта, потому что их не видят самые главные, ради кого их работа, собственно, и делается – пациенты. Сегодняшний пациент – инновационная разработка, которую уже внедрили для обучения медицинских сестер во всех учебных заведениях города. О сотрудниках больницы заботятся и производители операционного белья. Это комплект одноразового операционного белья, который открывается операционной сестрой на определенную операцию. Самая главная фишка в том, чтобы он был так сделан и так уложен, чтобы сестра испытывала удобство, комфорт и могла свои профессиональные навыки в своей работе показать. Медицинских сестер Санкт-Петербурга проводят активную работу по просвещению населения. Каждый раз они стараются провести уникальные мастер-классы, которые были бы интересны не только специалистам на разных площадках города. Ведь главная цель Петербургского международного форума здоровья – усовершенствовать медицинские услуги. Я думаю, что итоги его работы нам очень будут полезны для того, чтобы в Санкт-Петербурге, в России в целом, те услуги, которые представляются в области здравоохранения, социальной сферы и многих других, они были доступные, более комфортные, целевые и приносили эффективную пользу нашим гражданам. А все предпосылки для этого были. На форуме каждый день проводились круглые столы, пленарные заседания и мастер-классы. За два дня в Линэкспо обсудили самые насущные вопросы медицины с целью в будущем обеспечить комплексный подход к созданию индустрии здоровья.